Андрей! Чего тебе? Я это, в туалет пойду. Да сколько можно? Игорь постоянно ходит справить нужду! Артём, ты забыл один важный факт. Мы утки. А утки много ходят в туалет. Отличное место. А ну стой! Стрелять буду. Как я ненавижу интернет обоссанных враждебцев, а? Просто искренне всеми... Игорь мертв! Открыть огонь! Я ничего не вижу. Куда все делись? Медик! Слышь? Сам ты, Педик! Это ты, Педик! Это ты, Педик! Это ты, Педик! Это ты, Педик! Хочу раздавить их чахлым, слизь! Сам ты, Педик! Сам ты, Педик! Что там происходит? Я сдаюсь! Кажется, я его убил! Мерзавец! И где же все вы, ничтожные, пустоаватарные, жалкие свиньи? Ага, затаились, как всегда. Здравствуй, дорогой друг! Тебя приветствует комрадник. Сейчас не буду много говорить, а скажу сразу. Большое спасибо Тимуру, Георгию, Дане, Владу и Нурыму. Друзьяшки, вы помогли мне с озвучкой. Огромное вам спасибо. Даня так вообще молодец в самый последний момент. Молодец, ей-богу. Дай бог тебе здоровечка. Да вообще все молодцы. Мои дорогие, любимые. Я забыл включить здесь свет. Вот смотри, о, как круто. О, видал сразу, как атмосферно стало. Правда, скорее всего, этого особо-то и не видно, но я потом подсниму. Может быть, нормально будет. А может быть, не подсниму. Так, дорогой дружище мой, что я хотел сказать. Я перехожу практически полностью на ВКонтакте. В Ютубе будут выходить ролики, но у меня особой надежды нету на то, что их будут смотреть так же, как раньше. Я вижу, что статистика очень сильно упала. Ко мне подписчики вообще больше не идут. С чем это связано? Наши, с одной стороны, ограничивают YouTube очень сильно, и не наши тоже его очень сильно ограничивают. Российских авторов, которые, скажем так, активно зовут на другие платформы, я так понимаю, отслеживает алгоритм, и он им делает... А-та-та. Я сначала в это не верил, но потом посмотрел на свою статистику, и она упала почти в 5 раз. Это жестко. Но, опять же, это мои проблемы, я буду с ними справляться, а тебе, чтобы ты сказать, что-то тоже получил с этого, те, кто перейдут с YouTube... и сделают репостик этого ролика в ВКонтакте, у вас есть возможность... Что я натворил? У вас есть возможность выиграть вот это вот. Это, в общем, фигурка простенькая, да, но это что-то от меня, это что-то прикольненькое. Конкурс, короче говоря, если ты репостнешь ролик этот во ВКонтакте, я найду тебя. Ладно. Если ты подпишешься на группу во ВКонтакте, которая ссылочка будет в описании, пожалуйста, подпишись, у тебя будет возможность выиграть, если ты, конечно, репостнешь этот мультик из моей группы во ВКонтакте. Вот это у тебя будет возможность выиграть. Что это, ты спросишь? Это фигурка по Геншину Импакт. Да, простенькая, но нормально. Геншин. Ну классно же. Любишь Геншин? Ладно, дружище, подпишись на ВКонтакте. За мультик еще раз большое спасибо Дане, еще раз большое спасибо Владу, еще раз большое спасибо Тимуру, еще раз большое спасибо Нурыму, еще раз большое спасибо адъютанту. Большое вам спасибо. Все, кто репортит меня, всем подписчикам спасибо за то, что были со мной, за то, что любите меня, за то, что любите мои мультики, за то, что остаетесь со мной. Несмотря на все ограничения, несмотря на все, что происходит с нами, у меня скоро вообще день рождения, и как-то в целом настроение такое достаточно позитивное, несмотря ни на что. Все будет хорошо, друзья. Главное, чтобы мы все были вместе. По этой причине, пожалуйста, подпишись на ВК! Понял? Если не хотите Геншин, я могу разыграть вот этот вот BMP M113. Он из мультика вот этого вот. И он простенький, да, но он из мультика моего. И тогда ты сможешь похвастаться. Вот, у меня M113 из мультика. Их целых 3 штуки. И, конечно, шанс их выбить, условно говоря, будет намного выше, если ты репостнешь этот ролик. Большое еще раз тебе спасибо. Подписывайся, пожалуйста, на ВКонтакте. Ссылочка в описании.